улица Нюдовская. Вот Ростелеком у нас тут. Интернет. Да, всего города предоставляет. Решил запечатлеть поход по этой улице. Вот здесь остались еще в центре города деревянные двухэтажные дома. Ну, что-то не сносит. Требуем Мончегорск без деревяшек. Вот. К столетию Мончегорск. А сколько там, 86? Ребят, ну еще 10 лет нужно ждать. Ну, люди вроде живут. Более-менее. Машины есть. Ждут реновации. Ну, тут более поздняя постройка. Вот. Ну, тоже такие сталенькие. Кстати, слышал, что вот такие дома строили немцы. Вот. Такие небольшие. Не знаю, какие тут потолки, как у Сталина или нет. Вот здесь дом стоял. Кстати, один дом я... Приезжали сюда за дровами. На буровые. Там зимой нужно было топить отсюда. Буровую движуху. Вот сегодня. Вот и... Вначале матросовские ребята разбирали, ну, а мы уже чисто бревна там, ну, такие, которые на дрова сгодятся. Вот мы их повозили на буровые там, в Мурманской области, когда бурили. Вот, мы там, ну, там и сжигали, короче, они там с гвоздями были там. Ну, вот тут, наверное, да, посередине стоял. И вот там один стоял дом. В общем. Дома тоже пригождались. Бушные там. Не просто сжигали. Сгорали, там их поджигали. А на благо родине, чтобы мы знали, какие у нас полезные ископаемые в этом, ну, в земле находились, в общем. Что-то такое, такие. Вот, ну там уже дальше идут более, ну, кирпичные дома. Вот там им долго жить. Ну там биржа труда, здание тоже отреставрировали, залезали там все эти безработные там ее вылезали. Вот. Короче, крутой ремонт делали внутри, снаружи. Вот. А здесь, по-моему, бомбоубежище вроде находится. Вот. Правда, наверное, закрыто. Не знаю, с этой стороны что-то тут. Ни ручки не видно. Да, что там? Ну, вроде зимой не бомбоубежище, зимой. Да. Вот летом только можно подойти, наверное. Вот. Ну, с этой стороны тоже наверху должен быть. Да, ну, видно, старые здания. Старые для элиты. Здания построены. Вот так. Небольшое бомбоубежище для них создано. В этом районе. Тут библиотека, да, у нас. Так. Почти самое красивое здание в Мончегорске. Вот. Там даже где-то наверху написан год. Вот. Год постройки там. Блин, не достать мне немножко. Вот это синенькая, это почта у нас. Ну там
конечно, не знаю, может, на втором, третьем этаже, наверное, жилые помещения, а на первом точно почта. А, ну вон там. 956 и 57 год. 957, уже 60 лет этому зданию. Вот, за 2 года построили. Ну, какие-то там эти... Как его? Трубы. Для трубочистов. Раньше строили по такому проекту. Наверное, топили внутри, там буржуйки какие-то стояли. Вот. Ну, красивое здание. Ампер стиль. Вот. Все как маленький Питер, наш Мочегорск. Ну ладно, все. Пока всем.